Всем привет, с вами Саша Браун, и сегодня я хочу показать обычную тренировочку с использованием лестницы. Никаких других, никакого спортинвентаря вам не нужно, чисто ваше тело и лестницу. Лестницу, я думаю, вы можете найти везде, дома, на улице, не знаю, возле вашего дома, в парке. То есть обычную тренировочку можно сделать везде. Итак, начинаем. Для разогрева просто поднимаемся вверх и вниз, вверх, 5-10. Приседания мы сделаем, допустим, просто стоя, ноги на ширине плеч, но мы стараемся, опять же, работать нашу попу, поэтому мы хотим садиться очень низко, садимся, касаемся самой нижней ступенечки, поднимаемся вверх и, естественно, зажимаем ягодичные. И поехали. Коснулись, встали, остаемся на пяточках. Старайтесь толкать именно через пяточки и зажимать ягодичные. Крест на приклон. Выполнили 15 повторений и опять переходим на верх тела. Теперь мы сделаем трицепс. Идем на ступенечку, можно на верхнюю, можно на нижнюю. Если вам очень трудно выполнять упражнение, можно сделать согнутыми ножками или, когда становится совсем легко, делаем, выпрямляем ножки и опускаемся. Становится легко. Выполнили 15 повторений на трицепс и возвращаемся к плиометрике. И опять переходим к отжиманиям. Но если вы чувствуете, что вам становится легко делать обычные отжимания, мы сделаем отжимание головой вниз. Или, как говорится, decline отжимание. Чем выше идете на ступенечку, тем тяжелее будет. Итак, выполнили отжимание. И опять же переходим к нижней части тела. То есть делаем ножки. Теперь мы сделаем приседание на одной ноге. Одну ножку мы ставим на ступенечку. И, опять же, потому что мы хотим работать нашу попу, мы приседаем вниз, поднимаем ногу в сторону. Стараемся не просто болтыхать ногой, а именно зажимать ягодичную сверху. Выполняем ножки и опять возвращаемся к нашей плиометрике. Бежим вверх. Итак, и сейчас делаем вверх тело. Делаем отжимание с касанием плеча. Окей? То есть отжимание, касаемся плеча. Отжались, касаемся другого плеча. We'll be right back.
опять же переходим на ножки. Теперь делаем приседания на одной ноге. Вторую мы ставим на ступенечку. Опять же стараемся так ножку поставить, чтобы вы именно толкали через пяточку. То есть, когда вы садитесь, ваше колено не должно уходить за вашу ступню. Если нужно, немножко подвинуться ближе и поехали вниз. Опять же, толкаемся через пяточку, чтобы работала наша попа. Итак, не знаю, как вы, но я, в принципе, устала, как видите, я, в принципе, сильный атлет. И просто от обычной такой тренировочки на лестничке у меня, в принципе, я уже вспотела, сердцебиение понялось, и попочка немножко уже болит. Поэтому не находите отмазок, что вы не можете тренироваться, потому что не можете пойти в зал, нет никакого спортивного инвентаря. Лестницу можно найти везде, даже на морях, где в отеле все включено. Съели что-то лишнее, делайте вашу тренировочку. И подписывайтесь на мой видеоканал Саша Браун, и обещаю вам много интересных других тренировок. Пока!